Праздник, олицетворяющий доблесть и мужество. В Самарском окружном доме офицеров прошел патриотический концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Среди гостей в зале – военнослужащие, члены их семей, участники ветеранских организаций, представители трудовых коллективов и волонтерских движений. Этот концерт – повод высказать песнями слова благодарности, гордости нашим защитникам Отечества и поддержать их, всех испытаний, которые проходит сегодня наша страна. Мы вместе, и мы победим. Организаторы приготовили насыщенную культурную программу. Прозвучали патриотические песни и стихи. Выступили творческие коллективы. Эксперты отмечают, важно не оставаться в стране и поддерживать наших бойцов. Если ты сможешь сопереживать этим событием, то, наверное, тебя Бог не даст тебе испытать на самом деле. Когда им об этом говоришь, они задумываются и относятся совсем по-другому к репертуару. Также в фойе открылась фотовыставка. Можно увидеть три тематических раздела. «Несокрушимое» и «Легендарное», «День подарка Красной Армии» и «Хроники войны». Сейчас в условиях проведения специальной военной операции очень важно людям показать лица и судьбы настоящих защитников нашей Родины, современников наших, тех, кто сейчас защищают нашу Родину с оружием в руках на территории Украины, спасают дончан, наших донбассцев. Благодаря этим ребятам мы сможем отодвинуть эту опасность. Десятки плакатов и фотографий рассказывают о героических подвигах солдат в период Великой Отечественной войны, а также в зоне проведения специальной военной операции. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.